После 60 наша задача не бороться с морщинами, а поддерживать мышцы лица в тонусе. Итак, упражнение из фейслифтинга для тех, кому за 60. Разглаживаем складки на лбу. Рука на границе волос и лба. Тянем назад. Опускаем глаза, и кончик носа опускается вниз вместе с губой. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Убираем складки между бровями. Один палец – начало бровки, второй – над ней. Хмуримся, удерживая пальцами наши брови. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Убираем мешки под глазами. Держим край глаза с наружной стороны пальцем, чтобы не углублялись наши морщины. И начинаем поднимать нижнее веко. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаем наши щеки. Верхняя губа за зубами, а мы с вами поднимаем уголки губ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Убираем вторые подбородки. Высовываем язык и обнимаем верхнюю губку. Сильно прижимаем языком губу и удерживаем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все эти упражнения вы можете повторить несколько раз, если у вас есть проблемные зоны. А так, этот комплекс нужно повторять каждый день. Это упражнение поможет нам укрепить мышцы губ, мышцы щек и подтянуть наш подбородок. Мы с вами спрячем губы, закатаем их вовнутрь. А теперь уголки губ поднимем максимально наверх, как нарисованный улыбающийся смайлик. Не отпускаем губы, уголки максимально наверху. Удерживаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И посмотрите на себя внимательно в зеркало. Если вас не устраивают образовавшиеся складки, то на носогубные складки можно положить пальчики, чтобы они не углублялись. И тогда нам не будут страшны эти складки. Еще раз прячем губы. Поднимаем максимально уголки губ наверх. Наступаем пальчиками на наши складки. И удерживаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В очень большом напряжении должны оказаться подбородочки. Внимательно отнеситесь к этому. Почувствуйте двубрюшную мышцу, которая подтягивает наш подбородок. Давайте еще раз. Раз, два, три.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Очень отзывчива двубрюшная мышца к нашим упражнениям, поэтому после этого упражнения второго подбородка у нас не будет. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Отлично! Сейчас у нас будет работать подкожная мышца. Она расположена от уголочков рта по всей шее до второго ребра. Опускаем губки вниз. Уголки губ низко-низко опускаются. И чувствуем напряжение подкожной мышцы. А теперь давайте удержим ее до 16 счетов. Уголки опускаем губ вниз. И удерживаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. От состояния этой мышцы зависит вид нашей шеи. Итак, уголки губ опускаем вниз и держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Молодцы! Посмотрите на себя в зеркало. Если при опускании уголков губ у вас образуются складки, которые вам не нравятся, то прижмите их пальцами. И сделаем еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.